всем привет. Снова я. Мы сегодня собираем 9-го года. Сегодня будет наш дом. Небольшой вот, как вы видите. Но конца ушла. Вроде бы. Двое. Нет, она есть, но... Внутри такой нет. Там поделение немножко, но будет равно. Сейчас подал. Сейчас попробуем дальше. Но течение пока будет. А это опасно для купания. Список задуваем. Блин, я прям встал как будто. Смотрите, как ребят, как мелко. Какой наш темный стол? Вот комка ее шла, но не так уж много выходит ее. Она ушла, реально ушла. Не видно то очень раз, когда я буду бывать. Боковое отделение сильное идет, поэтому лучше не купайтесь в эту такую погоду. Она купается в Олимпиаде, блядь. Это еще ладно. Но там вот, когда купается. Мне тут мелко очень. Очень мелко. Вчера было тут по-глупому. На мой пешок. Вот, ну, еще. И получается, вы знаете. Как-то вот так пойдет. Вот такой вот у нас сильный ветер задувает, но вода ключая, очень теплая вода. Ладно, всем пока-пока, с вами был Евгений. Ну а я пока вот чипс куплю так. Немножко. Ну и потом скоро выложу на YouTube. Всем пока-пока.